мы взяли 15 некоммерческих организаций, молодых организаций, которые только зарегистрировались и еще не знают, как работают некоммерческие организации. И в рамках этого проекта у нас ряд мероприятий, которые позволят стартануть, развиться и быть успешными некоммерческим организациям. Вот, проект длится в течение 12 месяцев. Первые мероприятия начались в феврале месяце с того, что мы встретились с некоммерческими организациями, вместе с ними оценили их потенциал, что у них сегодня есть, и начали работать дальше. Второе мероприятие было, это у нас выездная школа социального проектирования, где некоммерческие организации постигли основы, отработали навыки и продумали, сформировали уже свои проекты. Надо сказать, что социальное проектирование – это все-таки вход в некоммерческую деятельность, и у активистов, у руководителей, у работников НКО появляется понимание вообще, что такое некоммерческая деятельность. Следующим этапом у нас был это стратегия. Стратегия, стратегическое планирование деятельности некоммерческой организации, потому что организация должна понимать, для кого она работает, куда она двигается, насколько эффективно она работает. Следующее, без этого тоже никак, как мы будем управлять НКО, не зная об учете, о бухгалтерском. Все-таки это юридическое лицо, есть своя ответственность. И вот сейчас мы будем проводить семинар по бухгалтерскому учету, чтобы руководитель четко понимал, что от него требуется на законодательном уровне, на налоговом уровне, как работать с бухгалтером, как его контролировать, что должен делать руководитель, что должен делать бухгалтер.